прошел через год. Она испугалась и закричала. Закрыл рот, сказал, будешь кричать, нас волки сожрут. Пугалась, перестала кричать. Дальше я понес ее на руках. Потом она попросилась идти сама. Я надел на нее свои носки, свои кроссовки. Кроссовки слетели, кроссовки я сам одел потом. Она шла в носках. Выкопал нору на аэродроме, замаскировал. Хотел вечером отвезти обратно. Было насильно просил в память.